friend, was that you? А чего ты не играешь? Мне кукла сломалась. А у меня две куклы. Давай я тебе одну дам и будем вместе играть. Давай. Блин, я ему не нравлюсь. Да не расстраивайся. Ты такая красотка, а он дурак. Это тебе. Ух ты, спасибо. Мы будем дружить с тобой всю жизнь. Алло. Привет, а ты где? Слушай, я завал на работе, я сегодня не приду, буду поздно. Хорошо, давай. Карин, я сейчас все объясню. Карин, подожди. Карин, ну что ты творишь, а? Ну, я прошу тебя, прекрати! Блин, Карин! Сейчас я найду нам билеты и поедем. Слушай, Карин, такое дело. Меня твой Паша в ресторан позвал. Ну, всякие такие вещи пишет. Ну, так пойди. В смысле? Ну, пойди с ним в ресторан. Карин, я все объясню. Ну что? Все, я его бросила. Да ладно, и как это было? Ты знаешь, мы разные люди, и я тебя бросаю. Нет, Карина, нет, ты не можешь так поступить со мной, пожалуйста, не бросай меня, умоляю. Я без тебя как Рот без Нагиева, как Батрутдинов без Харламова, не оставляй меня одного, пожалуйста. Пожалуйста, ну умоляю, ну Кариночка. Офигеть, что все так и было? Конечно. Мне нужно новое платье. Угу. Дай денег. У-у. Тогда мы с тобой расстаемся. Что ты на это скажешь? Пошла на. Какая ты сильная, волевая женщина. А самое главное, это никогда не унижаться перед мужиком. Миленький, ну пусти, ну прости, я буду целовать песок, по которому ты ходил. Сука. Да и хуй. Подожди, подожди. Открывай, Карин, с днем рождения. Это тебе. Спасибо, пап. А что с настроением? Ну, бывает. Так-то это дорогой подарок. А я что, по-твоему, должна прыгать от счастья? Ты неблагодарная. Я делаю для тебя все. Покупаю вещи, даю деньги, машины. А ты? А я тебя об этом не прошу. Карина! Ну и долго вы еще на одной картошке сидеть будем? Кариш, иди к себе в комнату. Зачем ты при ребенке? О ребенке он вспомнил. Хватит! А ты знаешь, что наша дочь в школу ходить не хочет? А знаешь почему? Потому что и отец там дворы подметает. Закрой дверь, я сказал! Не ори на ребенка! Она не виновата, что отец у нее тряпка и неудачник. Папа, ты куда? Если бы ты хотя бы один раз за 7 лет просто приехал, ты бы знал, что у меня аллергия на эти цветы. Я делал все, чтобы ты ни в чем не нуждалась. А я нуждалась. Нуждалась только не в этих подарках. Я нуждалась в отце. Я не могу вернуть время назад. Значит, я плохой отец. Но знаешь, совсем скоро у тебя будет шанс стать хорошим дедушкой. Ой, только не надо задаривать внука подарками. Хватит. Прости, пап. И ты меня прости. То есть то, что он в 3 года не разговаривает, это не страшно?
Нет, это не страшно, но в любом случае вы должны с ним выполнять те упражнения, которые я вам показывал. Мы все передадим нашей няне. Вы извините, у нас важная конференция на работе, нам нужно бежать. Спасибо, до свидания. Оля, я сейчас пришлю вам упражнения для Максима. Делайте их, пожалуйста, каждый день. Хорошо, Карина Вадимовна. Да, мам. И когда мне ждать вас в гости с Максимкой? Мам, ну мы же работаем. Ну, Оля там вместе с Максимом дома. Приходи, когда хочешь. Сын растет без родителей. И не стыдно вам? На, посмотри вот эти отчеты. Для вот нашей компании нам нужно сотрудничать с этой фирмой. Тот бетон, который они предлагают, не соответствует ГОСТу. Мам, ну что? Дочь, у вас в доме пожар. Пожар. Тебе в убыток. Что? У нас дома пожар. Что здесь происходит? Мама, ты с ума сошла такие вещи говорить? Ваш сын сказал первое слово. И знаете какое? Пойдите, послушайте. Оля, Оля! Олю я отпускаю на сегодня. А вы подумайте, что вы делаете не так в жизни. Ой. Здравствуйте. Привет, Максимка. Привет. Как дела? Отлично. Ну, я смотрю, няня хорошо с ним занимается. Нет, папа занимается, и мама занимается. Молодцы, ребят. Спасибо вам большое. До свидания. До меня не станет. Я буду петь голосами моих детей. Ну, сокровище же. Лапочка, иди сюда. Сынок, пакет забери. Да-да. Сокровище, которое нужно в сундук положить и закопать под землю. Что? Я говорю, лапочка, красавица. Сынок, тапочки принеси маме. Хорошо, хорошо. А то, наверное, полгод не мыли, да? Хотя швабры вон стоит. Что? Ты что, силикон в уши залили вместо губов? Губ. Ты что, собака, меня еще учить вздумала? Собака? Ой, я говорю, сына, собака, сука такая там, глаяла, я еле прошла. Она умница, убирает, готовит, гладит. Глаз, принеси водички, сынок. Сиськи ты себе тоже разгладила, да? Где они у тебя там? Вы что себе позволяете, а? Не ори на меня, Машка. Я не Маша, я Оля. Ну, мне же насрать, как тебя зовут. Что тебе есть завтра, нет? Ах ты, мыра. Мама? Она мне ноготь сломала. Ой, сынок, сердце. Давление, пульс. Посмотри, что ты натворила, а? Она с тобой так мило общалась, а ты, оказывается, сука такая. Пошла вон, мы расстаемся. Правильно говоришь, сынок.